я когда с Владимиром поговорю, с паханом, напишем общую частоту триггера, и когда шторм уже начнется, такой суровый, все перейдем на эту общую частоту. Принято. Можно будет занимать пятый этаж домов, как а все дома, которые будут находиться вот этой окружности зеленой, для 1-2, можно занимать что угодно. Главное метки на себя поставьте. Ну метки поставим, когда уже в городе зайдем. Ну да. Кто музыку врубил? Да вон там на бочке веселые ребята. Развлекается. Не на бэхе, на УАЗе. На джипе УАЗике. А, это РФПшник. Сейчас направо, короче, едешь. Блять, как вот тебе, блять. Блин, этот УАЗик такой добитый, запиханный. Мужик, чё это? Как мне, блять? Матерью. Бэху залезть. Ну, голову. 1-2 на кубах. Хочешь махнуть чем танкиста на обычке? А? Нет. Ну хотя давай можно. Давай скидывай. Он не идет? Да, да, да. На какую бэху садимся? Не на какую, мы сейчас пешком в город пойдем. Бэха поедет по своему маршруту. Ой, чуваки, меня YouTube забанит, если музыку вот эту услышит. Так, отделение, азимодвижение 100, все собираемся на выходе базы рядом с красным шлагбаумом. Так, точно. Бегом, бегом, бегом. Оружие сразу на ноль. Мне шапочку подарили. Он шлемами махнулся. Прям модный. Рип, может покрасимся? Да, смысл не имеет. Ну хотите красить, давайте, в какой хотите цвет? В синенький. Ну давайте в синенький. Давайте все в синенький тогда. Так, прикольно. В общем, фриз кончается, и мы по этой дороге прям до города, и там заседаем. Сразу все на шепот перейдите, чтобы во время штурма у вас не запалили по голосам. В принципе, по дороге бежать не обязательно. Город от нас, воин, виднеется 120. Побежим. По дороге лучше не бежать, если там техника сейчас поедет. В городе занимаем северную окружность, где зеленая метка стоит 1-2. Там любое здание, как позицию найдете, сразу метку носит. Ну и по возможности пулеметчик с помощником пулеметчика вместе сидите, гранатометчик аналогично со своим помощником. Чё, Ирвин, тебе перепал может и находишь? Да, да, спасибо. Если нам вот эти крайние занять пятиэтажки. А, нет, а, там будет 2-1. Мы чуть глубже получается будем. Да. Ну вот, я с трубой впереди бегу. То есть северо-восточная часть города. Северо-восток город. Эти пятиэтажки это запад. Вот, все, вот я сейчас в нашем триггере отсюда. Ну, смотрите, там есть восточнее можно занимать здание. Есть группа строений 9 штук рядом. Вот их можно занимать любой из.
И вот и дома вокруг них рядом. Давай мы с тобой, я тоже два гранатометчика. Тени у всех глючат, нет тут? Да, нет, у меня вроде ничего. У меня от домов идут за мной все тени. Нет, мне нормально. Что на позиции? Это вход. Клейморки были бы. Дарвина, опять входу. Да-да. Поставь метку где ты, или так, сориентируй. Дарвин, подвинься, пожалуйста. В этих новых домиках теперь ванна есть или что это такое, кладовка? Не упусти момент. Все, я спрятался там, меня не найдут. Ты смотри, этот город могут из танка обстрелять. Если услышишь взрывы, лучше из этих домов выйди, их в первую очередь обычно слышат. А их могут снести совсем? Да. Да. А ты что, думал, в сказку попал? Нет. Вон, я уже вижу один разрушенный домик. Да я лучше буду на первом этаже. Ушло это, я пошел в другой домик. Со скольки примерно она с выстрелов сносится? Главное попадание, по-моему. В том домике слишком много народу. Сильно личиками в окнах не светимся, потому что противника, в принципе, прицелов намного больше оптики. Пока что они были. Пока что. Сейчас, конечно, рано. Не, сейчас рано, конечно, но вообще. Так, наш сектор как мы просматриваем? Борис спрашивает. Мы в основном смотрим северо-восток. Северо-восток принято. Северо-восток, восток в основном, в общем. Юг, юго-запад, запад, это все будет 1-2. Ой, 2-1. А, метки на себя, пожалуйста. Я вижу пока только 4 человека метки. И еще 3 гре. Маяк, Борис-тир актуально. Не, я понял, просто еще 3 метки должны быть. А я вижу, вижу, пока только... Мы расстанавливаемся пока по местам. Я понял. Сейчас я с паханом поговорю по их колышке, поэтому некоторое время буду молчать. У тебя там укрытие хоть есть, Ирвин? Ирвин? Да-да. Я говорю, на крыше хоть укрытие хоть какое-то есть? Нет. Вот не советую там сидеть, ты первый ляжешь.
конце, вот, опять же, когда они подойдут, тебя с оптики с горы, либо откуда угодно. Я знаю, я пока просто сейчас тут сижу, сейчас я спущусь по... У меня просто бинокль, я смотрю по сторонам. Ага. Так, на восток, да, пушки, сколько примерно метров у нас? Метров 250-300. Принял. По карте смотри, один маленький квадратик 100 метров. На карте появилась метка КВ-триггера, когда штурм большой начнется и когда уже я погибну, еще кто-то погибнет, переходите на КВ-триггер. Принято. Да, противника уже нашли, там что-то говорят про то, что вся их сторона. Сейчас послушаю, скажу. Ну это классическая схема, они там двигают. Они всегда там ходят. Так, похоже, они будут атаковать нас с запада и практически всей стороной. Пока что останемся на своих позициях, может потом немножко переместим. У нас на запад тоже окошки есть. То есть это они там горы обошли, там объехали и сейчас пойдут оттуда. Да, да, они за горой пойдут, но там, видишь, наша бэха их встретит. Будет сложно перейти гору. Так, там выбили уже две лавки. О, красота. Ну тут в этой карте основное решает не техника, а пехота. Пускай меткой ставят. Ну там за горами на юго-западе и выбили. Так, у нас наблюдатель по-прежнему на крыше, да? Да. Отлично. Корректируй сейчас у нас. Видео пишется. Надеюсь, хорошо свою.
Че за стрельба в городе? Да херни достаточно. Походу, пристрелочная. Расстрелять, да. Лучше себе КВ триггера сразу вбить второй частоты. Или три. А как вторую частоту вбить? Выдвигаются 4-1. Пока что им вряд ли в триггере будут. Так, а вот тут с окнами никаких глюков с гранатами нет? Они от стекла не будут отскакивать? Уши не резко. Понятно. Вижу он 250. Наш, не пойму. Наш, скорее всего, да? Думаю, да. Так, и про восток надо не забывать, вдруг обойдут там. С востока там у нас танк стоит, поэтому... Обошли уже их, технику нашу. Вижу, бросили дым, скорее всего спасаются от бойни. Это на западе, да? 240. А, на востоке взрыв. Скорее всего, нашу бэху взорвали. На востоке это не взрыв, это танковый стрел. Ага. Это наш танк работает по противнику. Так, смотрите, появились точки мед на западе и на северо-западе от нас. О, уже близко вообще очень. По возможности сместите здание на ту сторону.
если там на YouTube... Слышу, Ханю говорил. Тихо. Это не Ханю, это Беттер. Не убейте. Это наш, потому что наша бойка привезла отделение в нам пункт. Скорее всего, они займутся тогда западной стороны, поэтому оставайтесь на своей позиции. Оставайтесь на своей позиции пока что. Приняли. Это не... Все остаемся на нашей частоте. Это ПДВ здесь. Всем переходить на КВ-триггер? Нет, пока рано еще. В триггере слишком дофига народу. Если все перейдут на ДКВ, это галдеж будет. Все, северо-запад займут без нас, поэтому вы оставайтесь на своих позициях. 1-2. Так точно. На 230 вижу пехоту на опушке, наши нет. По идее нет. Сейчас сам посмотрю. Там наших нету. Далеко? Могу открыть огонь. Примерно поставь метку, где синюю. Да там есть метки-то уже. А, ну если там есть метки врага, значит... А, там хакер еще стоит. Я вижу двоих наших. Двое наших там бегали на опушке рядом с домиком. Работают с пятиэтажки. Танка вражеского нет. Радуйся. Повтори. Нету вражеского танка. Подбили, в смысле? Да. Красавцы. То есть теперь можем не бояться, что наши домики снесут за несколько попаданий. Если перебегать будешь, можешь спалиться, тебя расстрелять.
Хорошо, перемещайся, пожалуйста. Возле дымов на 240 вижу противник. Отстреливай, если можно. Я уж думал. На 360, ну не на 360, но еще и восток наблюдать, потому что пехи одиночные могут пройти три надавать. Борис, через доклады смотрю восток. Там наш танк на 419 стоит, но все равно. Противник на северо-западе возможно. От нашего респа, от места, где мы зареспали. Оттуда противник может пойти. Там стоит отметка пехи. Но я не иду. Я пока туда смотрю, никого не вижу, но может они уже ниже ушли. Сможем справиться, именно сидя на своих позициях и ожидая его. А всех противников, которые за триггером, их будет отрабатывать наша техника. На 220 аккуратно свои обходят противника плюсами. Там целое отделение с беттером двигается, так что аккуратно, туда не стрелять. Да, видно их.
юго-восток слышно уже, пулемет американский. Юго-восток это South-East или South-West? South-West там стреляли, а не South-East. Юго-запад, юго-запад, да. Там бетер лазит, там наш. Бетер неподалеку от точки Хидок. Не, ВДВ кило там. Ребята развлекаются. За недопитками охотятся. Что это по нашей бэхе попали? Только что на нашу бэху выбили. Бэтр на севере. Бэтр на севере, по нему вели огонь, не выбили. Пошли нас.
местах подозрительного объекта разрешают работать. Направление скажи. Ровно ноль. Я даже не уверен, человек там, или нет. Там наших нет вообще. Бэха только что уехал оттуда. Да, по ней работали. Оп, вижу, это наши вроде. На ноль кто-то бежит, это наши. Посмотрите, у кого оптика получше. На горе где-то? Да, внизу горы, на ноль. Вот за большие камни, зашел, но там метка ВДВ Кила и еще одна. И Саган, скорее всего, Саган и бегает там. Слышу топот. Я менял позицию. Поднимаюсь в здание. Колян, ты докладывал? Да. Все, я рядом. У тебя оптика есть? Так точно. На ну, на, говоришь? На 20 камень большой, видишь, да? Ага, наблюдаю. Вот за ним он зашел, за этот камень. Только я боюсь, посмотрим. Это наш. Север, я север работает. Север, северо-запада. Расстояние. Враг на там север, на северо-западе, на север. На горе где? Примерный метр. Связи, прием, что-то сейчас куда глюк был. Да, был вообще. Слышно. На севере, в леске, отмечен мной. Там, простите, целое отделение. Командир, это Хидов. Мне с моей точки может к вам туда подойти, в город, в триггер. Счастье, а куда ты стреляешь? Так, скажи, сколько метров до метки? Я про ГП. Белые дымы в этом леске, там куча противников было. Они сейчас все задымили, будут... Смотрите внимательно. 250 метров. А точно азимут можешь дать? На карте посмотри, относительно себя посмотри, где это находится. Я не там же, где ты. 340 где-то.